после вот этой красоты. Я же понимаю, что все это честно, правда. Другое дело, плохо, что не напрямую со мной. Вот. В уголочку у себя, включаю компьютер, а здесь ясно, что я садовод, и мне тычут этими сотни, как их называют, сайтов, тычут мне свою рекламу. Вот я вижу. Саженцы персика, сибирский питомник. И, допустим, я утверждаю, а Гарден Барт это не Сибирь. А что тогда получается? Как в Европу они попали? И, допустим, большую партию взяли из Сибири и перевезли в Европу. Где, помогите, друзья, когда-то это надо знать, сколько уже нас дурят? А я не знаю правду. Я оставляю 1%, 99%, что это все неправда. А один оставляю. Почему? Саженцы персика, сибирский питомник. Вот. И фотография есть. Да? До сих пор я считал, которая информация владеет больше всех в Сибири, это я вам говорю, железо, это 100%, что нигде промышленного сада персиков в Сибири нет. Вот. Нету. Далее. Что же теперь делать? Давайте разбираться. Я нажал сюда. Узнать больше. Давайте узнавать больше. Вот он, персик канадиан. В Харбоне, значит, канадиан отсюда к нам попал. О, цену сбросили почти в 4 раза. Видимо, никто вам особо не верит. Ну как настоящий сибирский персик, который раз в Сибири вырастили? Значит, помните, я говорил, на 80 градусов у меня среднее холоднее, чем в Подмосковье. Это означает, что вот 100% будет, и пусть он даже 1600 стоит. Даже я бы такой купил. Он же в Сибири выращен. Почему нет? Ведь Сергей же купил. Он купил это самое 4 персика недавно в СИЗО. Ну, конечно, они были эти, с юга. Но цель была другая. Взять всех веточки, почки, и пока он не сдохнет, успеть перепривить. Частично удалось. Хотя понятно, шанс у них был ноль, и так они все умерли. Это понятно. Вот. Но вот это мне непонятно. Я за 1600 куплю. Покажите мне, где этот питомник-то. Покажите мне сад, откуда веточки брали. Он же наверняка привитый. Мы используем корректные работы. Ой, как, сколько тут хороших слов. Ладно. Сибири. Тогда я смотрю сюда. Эксклюзивное предложение. Самый золотой сорта растений питомника Алтайского края. Хоть один. В каком питомнике? В Алтайске вроде пытались. Чем кончилось? Если укрывные, тогда это ерунда, что в Сибири. Укрывные это не имеет значения для выращенных. Теперь вы можете купить заставку из востоки плодовые деревья для северных регионов. Так? Закажите абрикос, вишню, жимолость. О, все, все, сейчас закажем. Казалось бы, давайте теперь смотреть. А где же находится Гарден Бартен? Помните? Я же ничего не выдумываю. Гарден Бартен. Вот он, я знаю этот питомник. Только при чем тут Сибирь? Значит, вот. И вот мне, знаете, в чем еще хитрость? Когда Сибирь открыли одну, она же последняя открывается, дошли сюда. Город Энгельс. Ну, наверное, Энгельс где-то в Сибири. Вот. Наверное, тут написано. Наверное, где-то на Алтае. Много мы знаем, где находится город Энгельс. Все знают. А я знаю. В Саратовской области. Тогда остается вариант. Где-то в Сибири вырастили несколько тысяч, иначе бабцитка выделки не стоила. Были погружены в какой-нибудь грузовик или там фуру и отправлены через всю Россию в город Энгельс, в Саратовскую область. Так? Ну и я ничего не путаю, тут же написано. Тут же написано, что это выращено в питомниках Алтайского края. Только не каждый прочтет. Идем дальше, это еще не все.
Здесь есть телефон. Ребята, помогите, сколько мне одному, какая это самая, долбиться. 8-923-1441-868. Естественно, что этот телефон, скорее всего, в Саратове. Ну, Саратовская область. Вот. И узнайте, где, в каком питомнике это. И вот он, Гарден Барт. Сами. Ничего, прям все по-честному. Обратите внимание, выращено в Сибири. Где выращено в Сибири? Не знаю ни одного этого. Пожалуйста, помогите, друзья. Еще раз. Хоть бы один из вас. Ну, не могу я всю жизнь одному долбиться. Я его на сотни разоблачил. Еще ниже будет. Сейчас еще смеяться будете больше. Речь-то про персики. 927-14-41-868. Разговаривать надо, как я разговариваю. Вы знаете, я хочу сельки. А где вот эта сенсация? Я хочу это. Я сам в Сибири. Вот так вот разговаривайте. И все по-честному. Кто же от Челков откажется бордостойких персиков? Вы еще видите, что персик 45 выдерживает? А это уже Нобелевская премия? Так, идем дальше. Переходим сюда. Вот это вот колновидные саженцы. Я вначале делал так. Я где-то увидел, что выдерживает 45 градусов. Персики. Тогда я сказал себе. Открою-ка я и посмотрю. Вот слово «садовод», а второе слово «первое». Сейчас прочтем, ниже зайдем. И вот я открываю. Я вижу несколько абрикосов. Причем они, видите, ветка какая, вот такая. И написано «коловиды», вранье. «Цунами коловиды». То есть как можно судить по коловиды из трех этих? Уж если у меня не коловиды, но если на нем столько абрикосов, что дерева не видно, и то я его коловиды не называю. Вранье. Чашечка абрикос. Вранье. Вижу обыкновенное дерево. Где вы видите колдовидное? Груша-богатырь колдовидная. Девида колдовидная. Вранье. А вот это похоже на колдовидное. А я ее уже 100 раз разоблачал. Ну, может, 50. Рядом штамп. С него свисает ветка. Вот. Это еще самый маленький снимок. Они лишний обрезают. И люди не знают, что здесь ниже нет этого штамба. Ниже пустота. Что это очередной обман. Еще одна колдовида, еще обман. И еще, там еще я их сэкономил время. Но почему я имею моральное право крыть, как хотите сказать? Почему я имею право говорить их мошенники? Почему я говорю, что нет никаких колдовидных груш? Их вообще в природе нет. Имею право говорить? То вы скажете, вы нам мешаете работать. Нам надо выживать. Пусть это обыкновенные, вкусные, пусть они не коловидные, но они, по крайней мере, у нас живут в морозостойке и так далее, и так далее. Но тогда почему у вас фотографии с интернета? Свои бы подвешивали, торгуйте. Ну, привели себе, ну, приврали. А почему я имею право говорить так, даже со злостью? Внимание, ничего не видите? Нет? Персик Хасанский увидели? За 250 рублей. Вы что так обижаете-то? Правда, в саратовске 245. Вот. 250 рублей. Да сейчас нет уже такой водки, чтобы 250. Сейчас цены подняли. Самогонка еще есть, пол-литра за 250. Вы с чем сравнили там персик мой хасанский? А почему мой? Фотография моя. Вот она моя фотография. А вы скажете, кто там, сейчас, погодите, погодите. А, бирж садовода называется, Крым. О! Еще где-то найдем. Сейчас, сейчас, сейчас. Где-то было про 45 градусов, но это ладно. Сейчас мы, знаете, куда зайдем? Мы сейчас с вами вот куда зайдем. Вот. Чтобы меня не обвинили ни в чем. Я должен беречься. О, что как? Нет, не здесь. Это должно быть вот здесь. У меня. Время потеряем, но это очень важно, друзья. Итак, смотрим. Персик. Фото персиков.
Обратите внимание, это все фотографии сделаны в моем саду или в саду моих учеников. Вот для примера, это только для примера, видите? Сидел старушку. Вот. Здесь история как шло. Вот. И вот, наконец, внимание. Листаю, листаю, листаю. Красота, да? О. Кстати, другого случая может долго не быть. Вот. Якимов, бедосинец, это мой подарок ему, вместе с ведрами я ему подарил. Это он мне бедосинские персики бедосинцев. И почему? И от него я теперь раздражаю. А почему я говорю? Потому что, когда меня упрекают, что разные цифры морозостойкости персика хасанского и бедосинского, я объясняю. Хасанский я начал сразу с привитых, а бедосинский до сих пор не привитый. Поняли, да? Поэтому это потом, для специалистов. Внимание, 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 внимание. Внимание, внимание. Итак, мы с вами ищем эту фотографию. Иначе меня еще обвинят в мошенничестве. Так, проскочил. Идем обратно. Все равно приятно смотреть эти фотографии, да? Настоящий сад. Смотрите внимательно. Черти видели? Вот я вам их продаю. Вот они. С настоящего сада. Почему не полюбоваться лишний раз, да? Ой, что я вижу? Внимание, друзья. Вот смотрите. Вы видите эту же фотографию. Давайте на всякий случай сравним. Так. Внимательно смотрите. Сюда. И сюда. Вот это, право вверху. Вот тут три плодика, вот отдельный плодик. Ну, согласны, что это моя фотография? А вы скажете, нет, что вы. А может быть, я сюда ее прилепил, украл, наоборот, с интернета. Внимание. Делаем так. Ничего, не нажимаю никакую мышку. Вот. Меня невозможно поймать на лжи. Нажимаю. Вот. 16-й год. 6-го. Да, не нажимаю. Просто стоит прикладывать, да? Вот чем волшебство. 6 сентября, 16-й год. Персик, видите? 26 августа, 10-й год. Следующее. 2 сентября, 16-й год. И, наконец, 11 сентября, 16-й год. А теперь скажите, пожалуйста, что это такое? Вот это, видите? Я ничего не делал, не нажимал ни право, ни лево. Высвечивается собой, это его паспорт. Поняли, как это делается? Вот это доказательство. И тогда я взял отсюда теперь и скопировал сюда. Итак, эта фотография присвоена у Железова. Поэтому я такой злой, поэтому сказал, ребята, вы все обманываете людей. Нет у вас ни одной колдовицы. Как вы можете продавать? Что сказала, вспоминайте, это открытая информация. Что сказала на канале женщина? Она сказала, я купила колдовидные абрикосы, которых нет в природе. По двойной цене. А их нет на планете. Короче, и зная, что вы мне украли вот эту фотографию, вот она, так, вот я, это уже, вот она моя. И я поэтому с удовольствием разоблачал вас, с удовольствием, жители Крыма, в свою очередь, поди тоже где-то перекупили. Где закон? Всего-то надо, всего-то.
Продаешь, где, откуда дровишки? Питомник, название питомника. Тогда можно позвонить, питомник проверить, это ваше или ваше. И ведь что получается? Ведь правда же в Сибири. Вы понимаете? Правда же в Сибири. Где средства массовой информации? Почему я не могу выступить на всю страну и все вот эти вот болезненные темы за, буквально за один час рассказать? Чтобы рухнула вся эта система. Это во вроде это самое. Тут был бы жив, уже бы удавился, если бы это все увидел. От зависти. Куда ему с его обнимем против гигантского механизма подъема денег? Мы живем очень небогато. Сэкономить простым людям можно миллиарды рублей. Тут час времени на центральном канале, ну. Так, мы скоро закончим. Вот, смотрите, куча веток, которые мы сжигаем, да? Вот. Целые деревья. Целые деревья. Живые деревья. Живые. Пришлось ждать несколько месяцев, пока высохнут. Вот. Целые деревья. Кроме того, что я показал сотни тысяч косточек, приготовленных в науке, но науке не нужно. Они так и будут копаться в своих этих. Вот. Без того, чтобы взять готовое. Вот. Есть уже черенки. Здесь тысячи, тысячи, тысячи черенков, которые не понадобились ни мне, ни науке. Вот это все было сожжено. Спрос падает. Вы знаете, последняя реклама, я увидел, 116 рублей стоимость саженца. 116 рублей. То есть они в отчаянии уже, видимо, докупились южных, а теперь не знают, как от них избавиться, хотя бы вернуть деньги, потраченные на закупку. Вот это Сергей сжег все. Это уникальные дикие уссурийские груши. Вот это Сергей все сжег. Это уникальные маджурские абрикосы. Переросли и пришлось уничтожить. Вот это вроде бы продал, но деньги не прислали и не приехали. А они были выкопаны. Это жердели. Тоже все было сожжено. Богато живем, ребята. Так, мне опять нужно на минутку отлучиться. Иначе разговаривать не смогу. Сейчас, быстро. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. И почти нормально разговаривать, только со злостью. За то, что вас дурят. И меня всю жизнь дурили. Так. Как говорит пословица, если не лечишься, неделю болеешь, если лечишься, 7 дней болеешь. Вот. Ой. Еще одна фотография, чтобы вот эту тему. Вот. Я еще раз призываю, ребята, вся истина вот в этих вот распилах. Не вся правда. Вот. А те, кто учат, сегодня смотрел этот фильм, брат писал, где-то 70-80 обрезал этих веток. Смотрел я с такой жалостью, с такой этой, думаю, да Господи, зачем ты это делаешь-то? Вот. Ведь после этого-то и полезут эти самые насекомые. Было здоровое дерево искалечило. Не знает, связи не знает. Вот. Вот вам и один из примеров. Так. Посмотрите. Почему там сейчас еще минутка? Вроде некому.
Так, идем дальше. Как я тут оказался? Добрый вечер. Теперь поняла, почему у меня на Уралке всегда тля и плодожорка. Я всегда именно с этой яблони убирал волоски. Теперь буду беречь. Другие не трогал, они чистые. Но я-то тут уже ни при чем. Но человек вначале убедился, я убедил, что нельзя убирать волоски. Вот теперь человек увидел. Тля, плодожорка. Волосков нет. Дерево искалечило. Не трогал, чистое. Так. Здравствуйте. Столько сил тратите на нас. С переживанием, с трепетом за каждое деревце. Дай вам Бог сил, светлого, бодрого духа. Спасибо. Дело в том, что все равно я это не могу спокойно говорить. Даже больной. Случайно попала на ваш канал, подписалась, надеюсь, недолго. Ребята, привлекайте. Ну, нас так мало. Сколько ошибок? Ой-ой-ой. Сергей Железов. Значит, кое-что пропущу, но не могу не сказать. Эту фотографию я его со скандалом заставил выкопать, сфотографироваться и сказал. Сейчас весна, деньги кончились. Давай-ка это самое. Санкции осенью будут стоить 1000 рублей. У тебя их вот немерено. Продавай по 500. И купят. И из каждой сотни погибнет 1-2. Почему? Купил человек в таком виде и закопал с горшком до осени. Если аккуратно довезет, посадит, значит, и не в геопатогенную зону, значит, все будет нормально. Нет, и все. Сидел без денег и все равно не стал продавать. Вот. Хотя они у него по 500 рублей с руками выторвали. Почему, я знаю. Несколько времени раньше я так и делал. Чтобы продержаться, продавал по 500 рублей. Прям этой же весной, в мае месяце. Так, вот это вот Елена Александровна Савинич. Так, значит, это мой питомник. Здесь она помогала мне, помогала себе, училась и прививала. Смотрите сюда. Вот эта сладкая палочка, которая сейчас по зубам даже Тимирязевской академии. Они не новички. Сергей 14 лет в саду со мной. Они не новички. Вот. Это люди особого склада ума. Им дано то, что теперь год за годом они теряют жизнь, теряют лучшие годы жизни. Я считаю, теряют. А, крановщик железа. Вот. Аспирант Елена Савинич. Сейчас должно быть не так, сейчас должно быть все по-другому. Но не хватает духу поменять тех, которые это. Ой, Господи, не хочу подробнее говорить. Видите, кто должен нас учить? Вот это вот часть энциклопедии. Часть энциклопедии. Когда-то деревья белили, а теперь начали красить. Вот эту подмену во всей России никто не заметил, что пока белили, толку было мало, но все-таки вреда было мало. А когда начали красить, изменилось все. И деревья стали гибнуть страшно, миллионами. Не заметили, наука не заметила. Вот эти люди знают, вот это, вот это. Дайте им эту свободу, боже, ведущий. Ну, да опять же, это тогда скажут, вот вам 10 флакончиков, 10 пакетов, и давайте вы это, пишите, это, расскажите, как уничтожить муравьев, да, Елена? Страшная вещь произошла. Тут будем закругляться. Как заказать кочки в Ижевском Бургасе? Вот меня всегда вот это удивляет, да? Пишу это, рассказываю. И вдруг бах, как будто человек только действительно только зашел и увидел первый, последний фильм. Как заказать? Я вот это взял и вот здесь разместил. Телефоны, два. Домашний телефон. Вот. Наверное, надо сделать, наверное, надо сделать крупнее.
А, вот так. И телефон мобильный, вот он. Позвоните, дальше разберемся. Можно вот сюда заказ разместить. Заказ каталог, а там котики найдутся. Можно сразу на сайт заглянуть. Почему? На сайте есть фотогалерея. Я кажется, что это действительно лучший питомник в России. Вот, если говорить про продажу косточек, в том числе.